нужно большое мужество, чтобы менять взгляды людей. Какой еще у вас есть опыт? Связи с общественностью. Все лично! По-немецки в парике? Это был русский. Вы с фрицами поосторожнее. О, это было весело. Реально хорош. А я никогда не видел людей с таким аппетитом. А я угадал, да? Да что ты там все время пишешь? Письмо. Что ты пытаешься ей сказать? Надо было взять утюг. Ты же понимаешь, что это убого. Записывай. Влюбиться в тебя было проще всего на свете. Как это выразительно. Поцелуй от меня, детей. Безупречно, Тони. Ну он охрененный. О, это было весело. Да. Звонил один тип. Доктор вроде. Ему нужен водила. Возьмешься? Я доктор, но не врач. Я музыкант и отправляюсь в концертное турне по Южным Штатам. Какой еще опыт у вас есть? Связи с общественностью. Не ожидаете ли вы проблем от работы на Черного? С тобой? На юге? Какие проблемы? Обещай, что будешь писать. Куда же я денусь? Курятинки? Я в принципе не ем жареную курицу. Все ваши ее обожают. У вас очень ограниченное представление обо мне. Я шимпень, секу, что к чему. Мы будем общаться с богатейшими людьми страны. Мне кажется, что вашим манерам не хватает утонченности. Слушай, чего ты мне яйца крутишь? Я уверен, что вы способны на большее. Дорогая Долорес. Слыхал тут, как доктор Ширли играет на пианино. Он прямо какой-то гений. Кусни хоть разок. Попрошу не капать жиром на плед. Только не капать жиром на плед. Хотите сказать, мне сюда вход воспрещен? Именно так. Как он может им улыбаться и руки жать? Нужно большое мужество, чтобы менять взгляды людей. Что вы там пишете? Письмо. Вы позволите? Дорогая Долорес, думаю про тебя как про дом. Это никуда не годится. Записывайте. Вдали от тебя я лишаюсь присутствия духа. Влюбиться в тебя. Вот единственное, что далось мне в жизни легко. Пассе целуй детишек? Как звон коровьего колокольчика в 7-й симфонии Шостаковича. То есть хорошо? Безупречно, Тони. Выходи давай! Насилием ничего не добьешься. Победить можно, лишь сохраняя достоинство. Ты сам свой народ не знаешь. Весь на понтах, лобаешь музыку для богатых. То есть я недостаточно черный и недостаточно белый? Скажи, Тони, кто я такой? Бетховена каждый может сыграть. Но твоя музыка, то, что ты делаешь, это можешь только ты. А кости куда девать? Вон туда. Подбери, Тони. Да белки бы сожрали. Подбери.